Ангелина и тигр, да? Вон какой большой тигр. Как тигр рычит? Ангелина, друзья, я не знаю, есть ли у кого-то большая игрушка, чем этот тигр. Да, Ангелина его очень любит. Он как настоящий. Да? Как твой тигр большой рычит? Давай я твою булку подержу. Давай. Ну? Как тигр? Ангелюша, что рука грязная? И на картине тигр, и тут такой тигр. Можно только позавидовать. Она иногда ложится на него и да? И засыпает, сама себя укачивает. Спой колыбельную для тигра. Все. Медитация. Скажи, любимый тигр, да? Самый большой. Да. Все. Замерла. Да. Как ты любишь тигра? Мы объясняем, что это папа всех ее игрушечных тигров. Замерла. Да. Как ты любишь тигра, покажи. Ты хоть львина, Ангелина, скажи, но тигров я тоже люблю. Ай. Ложись. Ложись. Классный тигр. Да? Классный. Ой, какой хороший, большой, большой. И целует его, очень любит эту игрушку. У нее еще есть большой, большой лев. Мы вам его тоже покажем. Что? Ну. Вот такой, скажи, хороший, мягкий, такой любимый тигрик. Да? И вот так все целует, его целует, гладит. Да. Потом ложится и спит на нем. Все, ложись рядом, ложись. Ай-яй-яй-яй. Все, ложись. А вон мама пришла. Нет, даже мама пришла, не поменяем на тигра, да?